bonsoir à toutes et à tous, je vous salue. Le français pour la deuxième fois vous est arrivé à cette soirée-là. Allons fêter cet événement. Привет. Скажите, пожалуйста, сколько фраз сходу, дорогие школьники, а именно вам будет очередное видеообращение, вы могли бы создать, сказать сразу устно о себе, после улыбки, если бы вас спросили, расскажите чуть о себе. Ну, можно рассказывать о себе очень долго, можно вообще ничего не сказать, засмущавшись. Так или иначе, хочу вашему вниманию, вашему развитию на французском языке предложить тему, которая имеет прямое отношение к действительности относительно себя в самых-самых простых выражениях. На родном языке мы, естественно, будем более многоречивы, расскажем о себе глубоко, на французском, на иностранном, который мы с вами изучаем. Предлагаю сделать это очень коротко. Тема относится к уровню лексики 5-4 класса специализированной школы. Думаю, она будет полезна всем, кто изучает французский язык с нуля, со старта, с самого начала. Тезисно о самом главном. Итак, на презентацию. На презентацию. Так называется это видеообращение. А в рубрике «Французский для школьников» оно будет поделено на две части. Первая – рассказываю о себе, а вторая – о своем друге. И по понятной причине «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так гласит очередная мудрость, которую запишем в лейтмотивы сегодняшнего видеообращения для второй части видео. Allez, c'est parti! На презентацию! Я представляюсь и рассказываю о себе, моя самопрезентация, самопредставление. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Mon nom est Dubois. Mon nom est Dubois. Меня зовут Pierre, ma famille est Dubois. Mon nom, c'est Dubois. Mon nom est Dubois. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Не 12 лет. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Я хожу в школу. Je suis en quatrième. En septième. Je suis en septième. Я в четвертом, седьмом классе. J'habite à Moscou. J'habite à Moscou. Я в Москве живу. Mon adresse est 8 Sadovaya Spaskaya. Rue 17. Мой адрес. Восьмой дом на улице Новоспасская. Дальше квартира. J'habite. J'habite. Loin. Non loin. De l'école. Я живу далеко или недалеко от школы. J'habite. Loin. Loin. Non loin. De l'école. Звук «уан» подчеркиваю здесь. На всякий случай, самое сложное, наверное, в этом видеообращении. «Уан! Уан!» «Je vais à l'école à pied. À voiture. Je vais à l'école à pied. À voiture. Я хожу в школу, либо пешком, либо на автомобиле. С помощью автомобиля, в смысле, доезжаю до школы. Mon école est belle et moderne. Mon école est belle et moderne. Mon école est belle et moderne. Моя школа красивая и современная. À l'école, j'apprends le russe, les mathématiques, le français, la lecture, le dessin, le sport. À l'école, j'apprends le russe, les mathématiques, le français, la lecture, le dessin, le sport. В школе я изучаю русский, математику, французский, чтение, рисунок, или изобразительное искусство, физическая культура, спорт. J'aime mieux. J'aime mieux. Les langues étrangères. Les langues étrangères. Les langues étrangères. Мне больше всего нравятся иностранные языки. J'aime mieux. Les langues étrangères. Parce que je voudrais parler aux étrangers dans leur langue. Parce que, потому что, parce que je voudrais parler aux étrangers dans leur langue.
потому что я хотел бы разговаривать с иностранцами на их языке. Parce que je voudrais parler aux étrangers dans leur langue. Après les classes, je fais mes devoirs, je joue avec mes amis. Après les classes, je fais mes devoirs, je joue avec mes amis. После уроков я делаю домашнее задание. Играю со своими друзьями. Après les classes, je fais mes devoirs, je joue avec mes amis. Je joue à l'ordinateur de la guitare. Je joue à l'ordinateur de la guitare. Je me promène. Итак, я играю со своими друзьями, играю в компьютер, играю на гитаре и прогуливаюсь. С музыкальными инструментами мы играем de во что-либо, в компьютере, футбол или какую-нибудь игру, а. J'adore la musique, les animaux, le cinéma, le sport. J'adore la musique, les animaux, le cinéma, le sport. Обожаю музыку, животных, кино, физическую культуру, спорт. J'aime ma famille, mes amis et mes professeurs. J'aime ma famille, mes amis et mes professeurs. Люблю семью, своих друзей и преподавателей. Ma famille est grande, ma famille est petite. Моя семья большая или маленькая. Nous sommes. А дальше определите сами, для кого сколько маленькая, для кого сколько большая. Итак, нас трое, четверо, пятеро. Nous sommes trois, quatre, cinq. Нас трое, четверо или пятеро в семье. Nous aimons et nous nous aidons. Nous nous aimons et nous nous aidons. Мы любим друг друга и помогаем друг другу. Mon meilleur ami s'appelle Pascal. Моего лучшего друга зовут Паскаль. И мы, как вы поняли, перемещаемся в план во вторую часть нашего видеоурока, посвященного рассказу о себе, но в данном случае уже через альтер-эго, через моего друга, с помощью которого можно получше узнать меня. Итак, я рассказываю о своем друге. Назвал вторую часть темы «Mon ami». Можете использовать это в этом же самом топике, в этой небольшой темке, рассказывая о своем друге. «Mon ami». Мой друг. Кстати, моя подруга будет абсолютно так же, только в письме будет «э» буковка на конце писаться. «Mon ami». Мой друг или моя подруга. В данном случае я уже успел сказать слово «паскальный», в смысле имя «Паскаль», как мой друг, и буду рассказывать о нем. Итак, «Pascal, mon ami, mon meilleur ami». S'appelle Pascal. Мой лучший друг, его зовут Pascal. Il est grand, il est petit pour son âge. Он высокий или не очень высокий, низкого роста для своего возраста. Ses cheveux sont blonds. Ses cheveux sont châtains. Portrait physique. Его волосы светлые, белокурые, черные или коричневые. Каштаны, châtain. То, что мы говорим по-французски châtain. Переходим к portrait physique. Внешность. Portrait physique. Ses yeux sont gris. Ses yeux sont bleu, marron, vert. Его глаза серые, синие, голубые, коричневые и зеленые. Ses yeux sont gris, marron, bleu, vert. Les joues de Pascal sont pâles. Текст часто повторяется в начальных классах, поэтому указание физического портрета включает в себя, в частности, цвет щек Паскаль. Такое тоже. Можно сказать, лежу, щеки Паскаля розовые или бледные. Ну, если в Москве, то понятно, что часто бледные. Хотя, надеюсь, не всегда. Les joues de Pascal sont
Паскаль. Щеки Паскаля бледно. Цвета les joues de Pascal sont roses. Розовые. Son nez est petit. Son nez est grand. У Паскаля, у него нос маленький или большой? Без обид. Son nez est petit et grand. Son nez est petit et grand. Il est gay, он веселый. Il est dynamique, он энергичный. Il aime chanter, danser, s'amuser, regarder la télé. Il aime chanter, danser, s'amuser, regarder la télé. Он любит петь, танцевать, играть, смотреть телевизор. Il aime chanter, danser, s'amuser, regarder la télé. Il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis. У него много друзей. Il travaille bien en classe. Portrait moral. Portrait moral. Психологическое описание. Il travaille bien en classe. Он хорошо и прилежно занимается в школе. Il travaille bien en classe. Il est un bon élève. Il est un bon élève. Он хороший ученик. Il est un bon élève. Il apprend à jouer du piano. Il apprend à jouer du piano. Он учится играть на пианино. Il apprend à jouer du piano. Il apprend à danser. Il apprend à jouer au volleyball, à dessiner, à lire, à parler français. Il apprend à jouer du piano, mais à danser, à jouer au volleyball, à dessiner, à lire, à parler français. Он учится играть на пианино, танцевать, играть в волейбол, рисовать, читать и говорить по-французски. Il aide sa maman. Il aide sa maman. Il aide sa maman. Он помогает маме. Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. Он моет посуду. Il va au magasin. Il fait son lit. Il va au magasin. Il fait son lit. Он идет, входит в магазин. Он заправляет кровать, постель. Toute la famille aime Pascal. Toute la famille aime Pascal. Вся семья любит Паскаля. Nous sommes très amis. Nous sommes très amis. Мы с ним большие друзья. Короткое описание. Разумеется, что полное соответствие внешности портрет физик нашего друга не обязательно должно совпадать с нашим. Бывает даже как раз наоборот. Но, тем не менее, рассказать о себе можно упомянуть и о своем друге. В чем-то мы действительно схожи, поэтому мы друзья. Умейте рассказать о себе в 3-4 фразах на французском языке. Ради этого вам видеообращение. Учите французский.